Но мы продолжаем наш выпуск новостями культуры. Павлодарский акын, победитель республиканского айтыса «Алтын Домбыра» Аспанбек Шугатаев дал отчетный концерт. В ходе творческого вечера также состоялась презентация его книги «Баян Ментаулар». Обо всем по порядку. Дүйенің оңсолын көрсетіпті, жас султанға қитетсе, салар аттан. Бұқар жырау еместе, сабап жүріп, Абылай хан жасаған сабалақтан. В городском дворце культуры имени Истая собрались родные, друзья, коллеги и поклонники творчества Аспанбека Шугатаева. Гости приехали из разных уголков Казахстана. Аспанбек жырауда білмейтін қазақ кемде кем шығар қазір. Творчество Аспанбека Шугатаева широко известно во всем Казахстане. В свои годы он уже получил признание народа как талантливый поэт-импровизатор. Его уважают и любят за правду, которую он воспевает. И я, будучи его старшим товарищем по цеху, являюсь большим поклонником творчества Аспанбека Шугатаева. Сұрақтас туындау мүмкін өзің туған елінде. Себебі қазақтың мәдени сөзі бар. Творческий вечер организован аккурат в день рождения поэта. Между тем, виновник торжества сделал подарок своим слушателям и читателям, презентовал новую книгу. Она представляет собой сборник стихотворений о 150 прославленных земляках, уроженцах Павлодарской земли. Работа над книгой заняла в среднем полгода. Главная сложность заключалась в том, что не было четких изображений большинства людей, о которых я писал. Кто-то был нарисован ручкой, кто-то карандашом. Поэтому первым делом я привлек профессионального художника для создания портретных иллюстраций книги. Я же, в свою очередь, написал о жизни своих 150 именитых земляках. Так и появился сборник стихотворений «Баян Ментауар». В этом году я снова 35 часов, я снова дальгет трюкен, бағасын сіздер беріңіздер ағайын кітаптың. Книга вышла в свет тиражом в 2000 экземпляров. Ее автор верит, что она придется по душе читателям. Тем временем постоянные слушатели Аспанбека Шугатаева уже в этот вечер смогли насладиться музыкальной импровизацией от артиста. В завершении отчетного концерта был проведен небольшой айтыс. Дарья Жумабекова, Камбат Садык, Алексей Мехедов, Ертыс Ахпарат.